Возвращаясь к культурным событиям, сегодня Кунгур празднует День молодежи. С самого утра в нашем городе запланирована масса мероприятий. Коллективная зарядка под названием «Жаркое утро», несмотря на будни, собрала немало желающих начать этот день ярко. Четвертый год подряд в этот день вместе с танцевальными тренерами малыши и школьники энергично выполняют упражнения под зажигательную музыку. Здоровый образ жизни и постоянное движение – вот главный девиз сегодняшнего мероприятия. Приверженцы спорта нашлись и среди взрослых. Вместе с юными участниками на сцене танцуют и кунгурики постарше. Возрастного ограничения для зарядки, как известно, не бывает. Участники фитнес-клуба «Багира», ребята из танцевальной студии «Фиеста» и просто юные жители города сумели насладиться добрым утром и зарядиться энергией на весь день.